Всем привет, любители мультяшек! В эфире «Тарёшкины сказки» и я, её ведущий, Андрей. А это мой друг Ёжик. Живу на улице Таёжной по фамилии Таёшкин. Ёжик, когда приходишь в гости, надо сначала поздороваться, а не чихать. А то ходишь везде, топаешь, как бы микробов на своих иголках нам не принес. Всем привет! И тебе, Андрей, большой привет! Привет! Не беспокойтесь, мои друзья, ёжики уже все выздоровели, чего и вам желают. Ёжик, с кем сегодня познакомимся? Сегодня топаем в Мегион, в студию Таёшкину. Подружимся с ребятами, которые умеют сочинять и рисовать мультики. А почему это они делают? Сейчас узнаем. Мне нравится них создавать, потому что мы работаем компанией, и все дружно делают мультфильмы. Мне это нравится. Я люблю создавать мультфильмы, потому что это очень интересно. Когда мы создаем мультфильмы, мы продвигаем себя в художественном процессе, и в дальнейшем нам это понадобится в работе как дизайнером или художником. Можно в мультфильмах создать какие-то повороты, где можно заплакать или засмеяться. Мне эти повороты нравятся. Там много загадок, приключений и много-много игр. Ёжик, пора смотреть мультик. И сделать правильные выводы. Всем приятного просмотра. В одном лесу жили-были звери и птицы. Наступила осень. Решили они устроить праздник. Ёжик собрал грибы. Белочка взяла орешки. Зайчик вырвал большую морковку. Мышка собрала колосочки. Хомячок нарвал ягоды. А медвежонок нашел малинку. А птичка принесла цветочные семечки. Стали звери пирог делать. Получился пирог большой-пребольшой и вкусный. Разделили звери пирог по кусочкам. Большой. Пошли они свои ноги и духу зимовать, до весны дожидаться. Пирога им надолго хватит. Тут скоро и зима наступила. Хорошо, что они к ней приготовились. Чем-то так вкусно пахнет. Наверное, пирогом. А нам ничего не досталось. Появились волк и лиса, и стали на зверей и птиц охотятся. А звери от них убегают и прячутся. Только медведь и ежик спят в своих домиках. До весны дожидаются. Конец. Таёшкины, спасибо за мультик. Обязательно встретимся с вами в программе «Таёшкины сказки».